Доброе утро. Продолжаем Илхот Песах, Илхот Бдикат Хамец. Мы говорили, что по Торе хватит, что человек делал битуль хамец, отказался от хамеца. Наши мудрецы, они требовали, что человек тоже делал бдикат хамец и убрал хамец. И мы объяснили, что есть разные объяснения, почему надо это делать. Есть мнение в Тосфот, Ран и так далее, что человек забывает, что это Песах, он будет это кушать, если хамец находится перед его, или будет передумать, что этот отказ не является действительным. Вопрос, это разные объяснения, они имеет большое значение галахическое. Я даю вам только один пример сегодня. У нас здесь синагога. У нас есть администратор синагога, Шамаш. Это Александр Вульфович, да? Вы являетесь Шамашем. Это официальное название Шамаш. И в синагоге, в большой зал, кто должен сделать бдикат хамец? Это общественное место. Отвечает за это место Шамаш. По идее, должен сделать шамаш, бдикат хамец, ночью до Песаха. Но сейчас момент очень интересный. Есть какие ящики, которые владеют, они имеют ключи, они закрыты. Естественно, что это ящики, человек, который владеет этот ящик, должен где-то там убрать и сделать бдикат хамец. Если человек уверен 100%, что там никогда не был хамец во время Песаха, во время весь года, тогда не надо сделать бдикат хамец. Но если, знаете, есть люди, которые дают конфеты детям, или у них есть чуть-чуть запас водки, когда надо сделать кидуш и так далее. Тогда надо, значит, есть такое правило, что любое место, где мы знаем, что там был хамец, хотя это убрали, или возможно, что там был хамец, надо сделать бдикат хамец, надо сделать проверку хамеца. Любое место, где мы точно уверены, что там никогда не был хамец, не надо сделать бдикат хамец. Что по поводу синагоги? Это общественное место. Значит, по мнению Тосфота, который говорит, что бдикат хамец надо сделать, чтобы не остался хамец, хотя я не владею этого хамеца, чтобы я не забил, я не потребовал это во время Песаха, тогда, по этому мнению, шамаш должен сделать бдикат хамец, посмотреть все ящики, которые не подключен, и проверят хамец в большом зале. Ну, по мнению, что бдикат хамец надо сделать, чтобы, если человек не убирает хамец, хотя он отказался, он нарушает бальера эу бальемаце, запрет Торы владеет хамец во время Песаха, тогда не надо. Почему? Поскольку это место общественного владения. Шамаш не хочет приобрести это бутылки водки или 3-4 конфеты, которые остались. И поэтому Арух ха-Шулхан решает, что бдика надо делать, но без брахи, без благословения. Раби Ханан бен Кашмир, Кодеш Бохо, Закол Исраэль, Лефихах, Ибалем Тора, Митцот, Шнеймар, Адонай Хофец, Ман Цикой, Ягдил Тора, Ваядир, Кадиш, Аль Исраэль.